Самую скандальную комедию года «У город над Сожем» приехали представить створальники фильма. Ведомый российский режиссер театра и кино Василь Сигаров, выконавца головной роли актриса Яна Троянова и продюсер Софико Кикнавелидзе. Авторов нашумелой киностушки у кинотеатра Калинина жихары и гости областного центра сустрели по-особливому тепло и гостинно. Премьера «Краины ОС» отбылась на кинотавру у Сочи, и она выкликала бурную реакцию глядачов и критиков. Жюри кинотавра высоко оценила фильм и присудила его створальникам приз имя Рыгора Горина за лепший сценарий, а так само приз гильдии кинознавцев и кинокритиков «Слон». До речи, презентация фильма «Краина ОС» для Гомеля – подея знаменальная еще и тем, что Минский международный кинофестиваль «Листопад» про 5 годов перепынку и снова вернулся в областный центр. Для нас очень важно, что, наверное, вот мы первыми в республике из регионов смогли вот этот вот прорвать окружение этой Минской кольцевой автодороги, чтобы все-таки снова позволить зрителям, региональным зрителям приобщиться к тем проектам, тем фильмам, к тем настоящим образцам искусства, которые впитывает в себя «Листопад». Сюжет комедии разгортывается у Екатеринбургу. Звычайная девчина с провинции, главная героиня фильма, приезжает сюда с надеей найти свое жаночее счастье. У той час, покуль жихары города рыхтуются до Нового года, и она спешается на працу у свой продуктовый киоск. Однако молодая женщина навод не подозрает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой особливый сценарий. Основная цель у нее все-таки, чтобы люди смеялись. И мне очень нравится, когда я сижу в зале и реагируют, смеются. Она для радости создана. Хотя там есть и про любовь. Каждый зритель сам для себя что-то найдет. Для меня это все-таки, что любовь можно найти даже при самых странных обстоятельствах. Эксцентричная, местами абсурдная, варьяцкая и невероятно смешная комедия «Краина ОС» максимально наближена до глядача. Сюжет фильма не мудрогелистый, он наполнен жартовными моментами и цікавыми житевыми ситуациями. Что тычется актерского состава, у киностужцы знялись такие ведомые артисты, как Гоша Куценко, Евген Цыганов, Алиса Хазанова, Инна Чурикова и многие иншие. Тым, кто не поспел убачить этот по-доброму хулиганский фильм, не варто отчаиваться. У широкий прокат на Гомельщине «Краина ОС» выходит с 3 сентября. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадио, компания «Гомель».